Неправильно! Что неправильно? Неправильно! Судью намыло! Неправильно! Ваня, футбол – это моя стихия! Кто здесь только что сказал футбол? Я хочу, кто только что сказал футбол? Я хочу видеть этого нахала. Ну, подведите меня к нему. Кто сказал? Я не хочу даже с ним разговаривать. Кто? Давно ли я в футболе? Ты посмотри на него, а? Молодой, такой молодой, а? Давно ли я в футболе? О, Господи, такой молодой, уже такой нахальный, а? Давно ли, как? Ох, давно ли я в футболе? Я уже столько лет в футболе, сколько тебе и не снилось. Но он меня интересует сейчас совсем. Меня интересует, как у наших пойдут дела в будущем сезоне. У меня семечек, язва желудка. Я всю жизнь на стадионе. Ты молодой, ты еще не знаешь, что это такое, да? Тебе весело живется. Будет и язва, не волнуйся. Но он меня не волнует сейчас, меня волнует... Ты вот такой молодой, такой нахальный, а? Давно ли я в футболе? Сколько тебе лет? 22. Чудный возраст. Мальчики, девочки, танцульки. Так вот, когда твой папа страдал детскими болезнями, и лежал пересыпанный тальком. Я уже играл за сборную Одессы хавбеком. Закалка до сих пор. Посмотри, какой я здоровый. А? Мне 75 лет. Мне никто не дает. 75 лет. Здоровый как бык. Пробежка, штанга, каждый день. Девочки, не торопитесь. Мне пока только 75 лет. Ух, здоровый, да? Смотри, какой я. 75 лет. Никто не дает. Ты мне дашь 75 лет? Ты мне дашь 75 лет? Ты мне больше дашь? А ну иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Давно ли я в футболе, как мы играли, какой это был футбол. Я помню, берешь мяч, идешь по краю, где свои, где чужие, где стадион. От всех уходишь, на взлет идешь, от земли отрывало. Сейчас футбол у нас, это футбол, это балет, это балерины кривоногие. Они полчаса целуются после каждого гола, балерины. Мы шли грудью, как мы играли. Ох, я помню, у нас была эта игра с испанцами, жара была дикая. Я помню, мы в клеточку, а не в полоску. Я помню, я взял мяч, помню, обошел одного, помню, обошел другого, помню, обошел третьего. Помню, мне дали в глаз, и я уже ничего не помню. Я вскочил, побежал дальше, мне дали в другой глаз, а я бегу. Здоровый, как бык, глаза подбиты, а я мчусь, а свечка, мяч идет на голову, я его принимаю, это кирпич. В пыль! Да не голова, а кирпич в пыль, да ты смеется, смеется. Да он мне 75 лет и смеется, да. Как мы играли, такого футбола ты не видел. Я был сумасшедший игрок, сумасшедший. Я мячом штангу перешибал. Я шел по центру, все в рассыпну, я дыханием убивал. Они мне все хотели вывести из строя, как я играл. Ох, как я играл. У меня здесь двух ребер нет, это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть? Нету, откусил гад вратарь. Но они меня все хотели вывести из строя, все. Я кусался, я никого не пропускал, меня пройти нельзя было. Я был сумасшедший игрок. У меня номера не было видно, я такой грязный был. Я ГАИ останавливал все время. Так мы играли. Я без гола не уходил. Они заканчивали игру, я забивал гол. Я не мог уйти без гола. Давно ли я в футболе, он спрашивает. Байстрю. Нас было три брата, мы играли, помню, с турками. Или это были не турки, но так похожи. Они нас били по ногам, чтобы мы не играли. А мы что делали? Мы прыгали, чтобы они нас не били. Я помню, я взял мяч, пошел вперед. А куда бежать? Сзади же свои. Тут мой брат как крикнет: прыгай, Сеня, сзади. Он так крикнул, что я так прыгнул. Я увидел море, и пароход Крым, и Дерибасовскую, и сломал ногу. Правую ногу сломал. Иди пощупай, разрешаю. Подними штанину, посмотри, там написано: смертельный удар, правой не бей. Отойди от ноги, я сказал, да. Давно ли я в футболе, спрашиваю. Мне кладос до сих пор. Я тебе из 9-9 пенальти в девятку попал. Дайте мне мяч. Дайте мне, чтобы круглое, я ему сейчас покажу, чтобы он знал, как надо бить. Ну дайте мне круглое еще. Дайте мне кружку пива, 100 грамм дайте. Ну дайте, что-нибудь дайте, я ему покажу сейчас ему. Я с 30 метров сигарету вышибаю изо рта. Такой кладос. Дай ему сигарету. Возьми сигарету в рот. Отойди на 30 метров. Дай мне кирпич. Что ты боишься, я попаду. Что ты боишься? Испугался. 75 лет ты мне не боялся дать? Давно ли я в футболе? Когда Одесса впервые выиграла у Киева, у меня родился ребенок.
Сколько ему сейчас, кому? Киеву? Киеву помню, ребенку не знаю, сейчас помню. Сейчас. Я сидел в пятом ряду, он бил левой ногой. Да, ему сейчас 40 лет, моему сыну. А что, Одесса, это Одесса, и футбол, это главное. Мне жена прочитала, что в Бразилии кто-то умер на стадионе. Так я ей сказал, чтобы я уже увидел такую игру, я бы тоже умер спокойно. Чтобы они так играли, как они пьют нашу кровь. Когда они почему-то выиграли, у Гроссмана не выдержали нерв. А, я забыл, ты же не знаешь Гроссмана, ты же молодой. Великий одесский болельщик. Когда Котя Фурс обошел Рябова из московского «Динамо» и забил Яшину гол, он вскочил на скамейку и кричал: «Котя, моя семья признала тебя лучшим игроком мира!» И вот такие слезы, он плакал. Мы же играли не за деньги, мы играли в футбол. Как мы играли? Ох, эта игра была с англичанами. Я был в ударе, я был в ударе. Ох, как я играл. Я обошел одного, обошел другого. Этому сделал форточку. Он ушел туда, я ушел сюда, он вообще исчез. И я подошел к воротам боком, они меня в штангу, а я вывернулся головой. Штанга в дребезги, мяч в воротах, а я в больнице. 32 шва наложили. Иди сосчитай. Если ты умеешь считать, ну 30 хотя бы. Дыгнули я в футболе. Ты Хижникова помнишь? Не знаю. А Дубину Двоенкова ты видел? Не видел. А Маричка написал книгу «20 лет в обсайте». Ты читал? И 10 лет спустя. В Одессе играл единственный глухонемой. Единственный в мире глухонемой. Ему ФИФА разрешила играть. Единственный в мире. Как он играл? Он каждые 5 минут гол забивал. Ну не слышал свистка. Ну понимал. А он мне дал 75 лет. Иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Он мне испортил весь день. Он мне всю жизнь испортил. Иди отсюда, чтобы я тебя не видел.